Так, взглянем, кто этот смельчак? Как-то странно. Не получается пробить номер. Пишет недостаточный уровень допуска. Замечательно. Ну, ситуация без проблем не бывает. Поэтому нужно попросить Семёна, чтобы он попробовал пробить номер. Привет, Семён. Помощь твоя нужна очень срочно. Кого я вижу? Это же сам Орехон. С чем пожаловал? Пробей этот номер, как друга прошу. Так, ну хорошо, давай посмотрим. Номер не местный, другой регион. Мне время нужно, чтобы узнать подробности. Ну, ты сделаешь все возможное? Да, да. Но учти, с тебя бутылка 18-летнего коньяка. Нет проблем, договорились. Спасибо. Чего там Флор говорил? Темный лес? Так, давай-ка посмотрим на него. Куда они свою жопу двинули? Твою же мать! Вот этот? Темный лес. Их направили туда? Надо срочно проверить это место, блять. Вся же информация в архиве. Я же потеряю слишком много времени, пока буду искать. Ну ладно. У меня разве есть выбор? О, здравствуй, Ири. Как сам? Чего пожаловал? Привет, Петька. Мне нужна вся информация о темном лесе, что рядом с тайгой. И какие там случаи были лет так за 20? Так, Ири, иди в правую сторону коридора от входной двери. Там будет кабинет под буквой Т. Там и найдешь всю информацию, которая тебе нужна. Спасибо, Петь. Давай встретимся на следующей неделе. Поговорим о жизни, так сказать. А сейчас, прости, но мне правда очень бежать надо. Хорошо, надеюсь, не забудешь, как в прошлые разы. Удачи тебе. Так, 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 так. А вот и наш кабинетик. Посмотрим. Нужно сейчас найти все подписанные каждые региональные леса. Надеюсь, найду информацию. Горный хребет, болотная тайга, дом мясника, лес горечи, лес потерянных. Ну и последнее. Ох, как же я устал. 4 грёбаных часа. Боже. Да ну нахер, не верю своим глазам. Реально. Спустя 4 часа я его нашел. Темный лес. Самое последнее дело, датированное 04.07.2010. Ага. Алексей Лаврентьев. Так, 03.10.1965. Ага. Был задержан ученым, экспериментировал на людях и животных. На его счету 23 человека замученных до смерти. Охереть. Убийца ранил офицера милиции, старшего лейтенанта Ворожейкина. Ебать ты безумец. Минутку. Тут же еще запись. Также он убил сокамерников. Отправлен в колонию для особо опасных убийц, где должен ожидать решения суда. Да, слушаю. В общем, пробил я этот твой номер. Оказывается, это Алексей Лаврентьев. Он лесник, стал эту территорию 6 лет назад охранять. Погоди, погоди, Алексей Лаврентьев? А он не сидел? Неизвестно. Данных по этому поводу нет. Но тут лес... Частые сообщения о пропаже людей.
так что это стоит проверить. Также его дело слишком почищено. Так не бывает. Ири, срочно узнай про этого типа, потому что его рожа на фотографии уж больно мне знакома. А этот Алексей сколько сидел по делу темного леса? Сейчас. А, вот. Опа. Вот это новость. Убил в тюрьме 3 полицейских. Отсидел он, значит, 7 лет. И на утро, 4 июля 17 года, он исчез. Никто его не видел, чтоб ты понимал. Но нашли странные следы. Больше ничего не известно. 7 лет сидел этот, а лесник промышляет там 6 лет, и по делу 13 лет. Твою мать, Флор, бля. Он же сейчас едет прямо к этому ублюдку, прямо в горячие руки. Да, Ири, у нас проблемы. Флор, этот лесник в прошлом был психобольным ученым. Это животное, которое вы сейчас видите, его личное... Пробирочная тварь, ну или по-вашему дитя леса. Ребят, бегите оттуда срочно, как можно скорее. Мы распознали ваши координаты и вылетаем к вам. Что? Это дитя? Ири, давай быстрее прилетай. Мы попробуем куда-нибудь сбежать. Надо срочно их спасать. Но моих сил мало. Там этот маньяк, так еще и тварь. В придачу. Кто же мог? Может... Куса! Блять, точно, Куса! Ну давай, отвечай! Алло, это кто? Куса, это Эмихон. О, привет! Давно тебя не слышал и не видел. Как сам? Не сейчас, Кус. Флор и Томас сейчас попали в передрягу. Надо срочно их спасать. Флор? Томас? Что случилось? Гони прямо сейчас к кооперативному зданию Фурхона, там буду тебя ждать и все расскажу. Выезжаю, брат. Чего так долго? Ха, ты в багажник машины посмотри и поймешь. Ну нихера себе, откуда столько добра? Мой арсенал на всякий, документы в порядке. Так, давай сейчас по делу. Прямо сейчас выдвигайся в темный лес, они будут недалеко от заброшенной базы отдыха лесника. Хорошо, но мне нужны точные координаты. Я не знаю, куда именно ехать. Дороги этого леса я не особо знаю. Хорошо, я скину тебе координаты в наш секретный чат, а сейчас выезжай. Хорошо, разберемся. И да, тварь возьмите на себя, она мне маньяк. Мне насрать, кто и что. Ну или если моих корешей тронут, пиздец всем. Добро, закончим с этим делом, поговорю с капитаном по поводу твоего повышения. Я же знаю, какие у тебя трудности, помогу, конечно. Я буду очень рад. Да и у меня и лучшая команда есть. Куда я без вас? Я всегда вам помогу. А мы без тебя не справимся. Прям совсем. Ладно, я поехал. Время не ждет, нужно спасать корешей. Давай, Кус, увидимся в лесу. Если что, обращайся по нашему секретному чату. Код отправки, думаю, ты помнишь. Так, нужно собрать команду спецназа и вылетать. Итак, бойцы. Прямо сейчас мы летим прямиком к этому очень опасному маньяку. Скажу сразу, этот ублюдок убил многих таких, как вы. Скормил свои зверушки. Если попытается атаковать вас, убить на месте. Монстр, что будет там, убить. Наши цели. Нужно спасти 2 гражданских. Имена Флор и Томас. Задержать маньяка. Взять живым. Если будет атаковать, то сами знаете, что делать. Ну и последнее. Нужно устранить его зверушку. Наш план. Окружим здание. Зайдут только 3. Я, Куса и сержант Джаз. Остальные прикрывают с улицы. Вяжем по возможности цель. При встрече с опасностью ликвидировать. Как я упомянул ранее, гражданских найти.
помочь эвакуировать, а территория должна быть оцеплена. Держимся строго на частоте 44.1. Держаться группой. Никто не разбредается. Все, что увидели странно, немедленно доложить мне. Всем все понятно. Товарищ командир, насколько тревожная ситуация? Это операция уровня хищник. Лесники Теории опасен. Ни при каких условиях не ведитесь у него на поводу. Он может убить вас очень быстро, к тому же и ловко. Отстанете от группы, вам конец. Тварь в любом случае следует за всеми. Не будете выполнять приказы, пристрелю. Работаем быстро. Выполняем! Мы сейчас летим ночью в неизвестные ебеня по тем координатам, что дал твой айтишник. Он хоть и айтишник, но лучше него нет никого. А еще я знаю местность примерно по картам. Неизвестно, что нас там ждет, но мы справимся. Товарищ командир, насколько тревожна ситуация? Критическая. Еще есть вопросы? Замечательно. Лобби, сколько нам еще лететь? Примерно часа 3. Отлично. За 10 минут до посадки вам сообщу. Прекрасно. Командир, кем вы раньше служили, если это не секрет? ВДВ, 76-я воздушная десантная бригада. Офицер, полагаю. Верно, старший лейтенант в запасе. Воу, с таким точно не пропадем. В бой, ребята. Я вот хотел спросить, а как быть успешным в команде? Секрет успеха? Доверить свою команду и не оставлять шанса на ошибку. А вы такие отстады знаете, оказывается. А вы мне понравились. Я думаю, мы с вами сработаемся. Так, закрой рот, Ролан. Да чё ты так? Я ж просто спросил. Томас! Срочно собирайся, нужно валить с этого дома. Берем вещи и сваливаем. Ну нахер. Черт, он уже тут. Прячемся. Твою мать. Мое дитя, я тебя сейчас накормлю, друг мой. Будешь сытым, сильным, как ты и мечтал. Ну что, пора будить наших гостей. Черт, он поднимается к нам. Есть план по сваливанию? Как вариант, можем разбить окно и выпрыгнуть. Ну или же попробовать подстрелить его. У меня нету оружия, как и у тебя. Но у меня есть дубинка, попробую с ней справиться. Как? Каким образом? У него же ружье! Прячься, сейчас все увидишь. На всякий случай, прощай, друг. Ребята, вы здесь? Не прячьтесь, я всего лишь хочу с вами поговорить, не бойтесь. Я не причиню вам зла. Получай, мразь! Надеюсь, ты сдохнешь! Томас, бежим срочно! Да ну я... Флор, ты что-то от меня скрываешь? Меньше слов, Том. Бежим! Том, не отставай! Да бегу я, бегу! Ищи, где можно спрятаться! Ты тоже ищи! Нам нужно выждать время, чтобы дождаться Эрихона. Сука!
Ну-ка! Вот! Фар бежит за нами! Ёптайте! Откуда? Смотри, там дом! Давай в него! Блядь, беги, беги! Он почти нас догнал! Главное, не отставай! Беги! Мы сможем! Да бегу я, бегу! Моя жопа на грозовом ускорении! Ох, твою ж мать! Надо завязывать жрать. Я больше не могу. Еще такой марафон я точно не выдержу. Ты видел ту хренотень? Этот сумасшедший говорит с этой тварью, как с ребенком. Ага. Мне страшно, чувак. Ты просто не представляешь. Ладно, пока ждем, давай отойдем в комнату без окон. Сидим тихо. Пойдем. Я уверен, что мы услышим наших. А теперь можешь мне рассказать, что это было, когда к нам лесник поднимался? Что это за тэквондо? Прикольно я его, да? Да я вообще не верю, что это ты с ним так. Ты в этот момент как будто не ты. Придет время, я тебе расскажу. А сейчас нужно сидеть тихо и выжидать Эрихона с его отрядом. Ну что, дитя мое, ты нашел их? Ты должен их убить. Они твоя еда. Съешь их. Они не должны выбраться отсюда. Я никому не дам тебя забрать. Ищи их! Встать в строй! Я пока осмотрюсь. Куца, далеко не уходи. Бойцы, далеко не отходим и не отстаем. Следуем за нами. Без лишней хуйни. Тут начинается ад. Тут вы увидите того, чего не видели дома. Не боимся. Ну а если боимся, отходить к своим. Товарищи, мы на территории врага. Тут очень опасно. Ваша реакция и ваша подготовка спасут вам жизнь. Я буду с вами. Всем все понятно? Отлично, все за мной. Бегом. Машину тут оставь. Ты не проедешь, застрянешь и будет полный пиздец. Печально, конечно, слышать. Сейчас трудно пройдется. Бойцы, снимите с предохранителя оружие, предчувствие плохое. Слушаем задачу. Быстро добираемся до того дома. Нужно найти гражданских и вывести их. За мной. Бегом, бегом, бегом! Стоим! Задержать ученого! Руки поднял. Руки! О, черт! Нет! Отвалите, уроды! Вы не понимаете! Оно мое творение! Заткнись! Отпустите, уроды! Вы его не поймаете! Никто не поймает! Беги, дитя мое! Беги! Он меня достал. Тащим теперь. Надо его еще охранять. Игла, Джаз, ведите наблюдение за территорией. В случае возникновения информации, доложить. Есть. Есть. Альфа, за мной. Осмотрим территорию вокруг дома. Да, точно. Видишь что-нибудь? Вижу. То ли дом дали, то ли что. Товарищ лейтенант, на связи Игла. Докладывай. Товарищ лейтенант, мы нашли недалеко дом. Разрешите проверить его на наличие гражданских? Разрешаю. Будьте начеку.
Есть. Конец связи. Идем. Проверим. Джаз, ты видишь это? Естественно. Докладывай срочно! Товарищ лейтенант, на связи игла. Ответьте, прием. Прием. Тут тварь. Высокая, с рогами, похожа на оленя. Ошивается вокруг дома. Спугните тварь и проверьте дом. Внимательно. Будете бдительны. Прием. Есть. Игла, прикрой меня на всякий. Я пойду в кусты и дам огня. Думаю, сбежит. Хорошо. Когда зайдут, ударь по голове, как в доме у лесника. Идея злодея. А давай попробуем. Будь наготове. Идут. Готовься. Идем, пока есть время. Не хватало, чтобы эта тварь вернулась. Вроде чисто. Заходим. Ты что делаешь? Свои, свои! Сорян. Не знал, что свои. Оборону ёптать. Помоги мне его поднять. Я от Ирихана. Ты ведь Флор? Именно. Так и есть. Так, а где у вас Томас? Томас, можешь выходить. Тут свои от Ирихона. Да ну нафиг. Наконец-то спасение. Здрасте. Здравствуй. Так, отлично. Теперь вас нужно доставить к Ирихону. Он все-таки прилетел? А вас много там? 7 человек. Ну, на тварь хватит. Вы ее видели, кстати? Видели. Видели вашу тварь. Сука большая. Может, посидишь? А то Флор отработал очень хорошо. Некогда отдыхать. У нас приказ. Давайте, выходим. А если оно там? Дадим смачных пиздюлей. Пошли уже. А где тварь-то? Да кто ее знает? Мы спугнули, а там не знаю. Так вы еще и на вертолете? Ага, тут все по-серьезному. Это же Флорхан. Товарищ лейтенант, ваши друзья найдены в целости и сохранности. О, какие люди! Привет! Спасибо, что прилетел и спасли нас. Спасибо? Спасибо, блять. Вы два пидораса взяли и уебались сюда, без нужной информации. Как вы, блять, вообще, сука, додумались? Ири... Да, виновата, но это не повод так... Закрой свой грязный рот, тебя не спрашивали. Это был шанс заснять что-то. Ну что, засняли? Эта тварь чуть вас не сожрала, а вы, блядь, сука, дебилы! Товарищ лейтенант, пойдемте, нужно обговорить все. Тварь недалеко от нас, нужно что-то делать. Черт, этого не было в планах. Тварь гналась за вами, видела вас? Да еще как видела, а скорее не гналась, а почти оторвала Томику задницу. Кто-то из вас должен стать приманкой. Не я. Флор? Чё? Вот же срань. Почему я? Потому что так надо. Заткнись, Том. Так, Флор, план такой. Ты пойдешь по дороге, будешь приманивать. А я спрячу рядом группу, ты подведешь тварь. Отпрыгнешь и дашь сигнал на огонь. А если план пойдет не по плану? Просто беги, мы поможем, чем сможем. Ладно, пойду готовить засаду. Зашибись, план. Просто супер. Как швейцарские часы. Эй, дитя. Я тут. Где же ты? Как по мне, это плохая идея. И план говно. Как обстановка? Пока что тихо. Как у вас там? Да никак. Ждем вас. Страшно, блин. Получай, тварь! Давай! Иди сюда!
Чего орешь? О, черт. Кажется, пора бежать. Ири, готовьтесь. Этот кусок меха за мной. Осторожно! Лор, нет! Вот же сука! Вот, сука, мразь! Да как же так? Он нас спас, жертвуя собой. Надо спуститься к нему срочно! Парни, идем вниз, это приказ. Нахер, блядь, не верю! Блядь, Флор, почему ты... Еще даже, сука, жизни нормально не пожил и не видел. А тут тебя, блядь, уже нет. Я буду скучать, дружище, сука. Ты был нашим светом во тьме, герой, блядь. Ири, я тут. Ты что, накурился, что ли? Да за шо? Нехуй пугай так долбоёбина кусок! Ёбаный ты волшебник. Такое не каждый день бывает. Дай-ка сфоткаю. Больше так не делай, придурок. Сука дебил. Постараюсь быть живым. Всё ок, дружище. Спасибо, что пришёл на помощь. Парни, летите к нам под склон. Заберите нас. Принял, скоро буду. Ну что, ждём вертолёт? Лор, с тебя пиво. А я что? С чего это? Я с Ири согласен. Какой же ты продажный. Это бизнес, братан. Вас спасать один гемор. Да ладно тебе, зато есть материал на видео. Это шикарно, но риск умереть был очень высок. Очень высок. Радуйтесь, что успели. Тварь боялась большого скопления людей. Спасибо, парни. С нас Томасом причитается. В смысле с нас причитается? С нас причитается. Ладно, ладно. Причитается. Товарищ лейтенант. Слушаю. Нам пора вылетать. Служба зачистки разберется. Готовь бойцов и вылетаем. Есть. Отпустите меня, суки! Вы убили мое дитя! Вам всем конец! Конец! И да, особенно тебе, детектив. Я до тебя доберусь. Мы еще не закончили. Ага, конечно, удачи. Ты записал контент? Еще какой. Это точно взорвет все. Тоже так думаю. Ладно, пойдем. Может повезет, мы еще и Ирихону покажем все наши приключения. Он уже завидует. 100%.